наполнялось очень душевно. Хоп, и дальше, видите, опять решили ничего не менять. Вот, то есть при положении дросселя 0 у нас только цикловое наполнение вот добавили. Вот, возможно, по этой причине машина себя вела именно так вот. То есть вот на месте педалькой дрыгнул, и она при сбросе газа раз могла или проседали обороты, или вообще глохла. Не знаю, из-за этого, не из-за этого. Ну, как бы, зачем ее так наполнять при нулевом дросселе, я не знаю. Напишите тоже в комментариях, кто может это как-то прокомментировать. И состав смеси. Значит, состав смеси только для мощностного режима решили изменить. И здесь, ну, как бы вот, забеднили, наоборот, смесь на мощностном режиме, типа экономную прошивку творили. И опять же, видите, опять же при нулевом дросселе там практически, то есть дальше никаких изменений. Походу парни не знали просто, что вот этот ползуночек надо двигать. Они вот включали, так вот чик-чик-чик, поправили, и все. А что вот здесь надо править, ну, наверное, не знали. Может, сейчас уже знают. Вот еще раз хочу напомнить идентификацию. Вот этот номер телефона. Кому интересно, можете пообщаться непосредственно с калибровщиками, я так понимаю. Калибровщики оставили свой номер телефона. Вот. Если что, можем туда обращаться, чтобы прошивочку калибранули. Вот. Ну, отсечка сдвинута. Отсечка сдвинута. Это первый признак чипованной машины. То есть сразу газанул. Если отсечка не стандарт, значит, кто-то там был до нас. Вот такие дела, в общем-то. Всем удачных выходных. Не забывайте подписаться на канал мой, если кому интересны такие видосики. Вот. Также можете лайк поставить. И пишите в комментариях, что вы думаете вот по этому поводу. Очень интересно послушать мнение экспертов. Вот. Ну, пока, в общем, пацаны. Всем до новых встреч.